Барановичское отделение Белорусской железной дороги является одним из крупнейших предприятий транспортной отрасли Республики Беларусь и занимает лидирующее положение в регионе по перевозке и транспортной обработке грузов. Отделение включает в себя 59 станций, в том числе 5 крупных железнодорожных узлов. Барановичи, Лунинец, Лида, Гродно и Волковыск, оснащенных широким спектром погрузочно-разгрузочными устройствами и приспособлениями для переработки грузов любой номенклатуры, размещаемые на специализированных грузовых терминалах. Грузовой терминал «Лунинец» оснащен площадкой для выгрузки тяжеловесных грузов. Железобетон, лесные грузы, грузы на поддонах, металлопрокат. Повышенным путем вместимостью 10 вагонов для выгрузки насыпных грузов – щебень, песок, отсев, керамзит. Перерабатывающая способность грузового терминала составляет 21 вагон в сутки. Грузовой терминал «Лида» оснащен площадками для перегрузки и хранения контейнеров, тяжеловесных грузов, грузы на поддонах, железобетон, торфобрикет и так далее. Площадка для погрузки торфобрикета на станции «Гутна». Перерабатывающая способность грузового терминала составляет 20 вагонов в сутки. Грузовой терминал «Барановичи» оснащен площадками для перегрузки и хранения контейнеров, тяжеловесных грузов, щепы, лесоматериалов, повышенным путем для выгрузки насыпных грузов вместимостью 19 вагонов, крытым складом и рампой для переработки и хранения тарно-штучных и пакетированных грузов. Перерабатывающая способность грузового терминала составляет 55 вагонов в сутки. В сфере обслуживания отделения находятся предприятия Брестской, Гродненской и Минских областей Республики Беларусь, в том числе крупные промышленные предприятия РУП «Гранит», открытое акционерное общество «Гродно-Азот» и открытое акционерное общество «Красносельск-Стройматериалы». Отделение осуществляет перевозку более 600 различных наименований грузов. Основную долю перевозок составляют строительные, лесные грузы, цемент, химические и минеральные удобрения. Отделение объединяет в одну транспортно-логистическую цепочку множество операций по пути следования грузов от отправителя к получателю, обеспечивая высокий уровень сервиса, надежность, точность и своевременность предоставляемых услуг. Клиентам предлагается полный комплекс транспортных услуг, в том числе выполнение погрузочно-разгрузочных операций, организация контейнерных перевозок, оформление перевозочных документов, таможенное декларирование, доставка грузов автотранспортом, экспедирование грузов с возможностью терминальной обработки грузов и разработки оптимальных логистических схем с участием любых видов транспорта. Отделение располагает обширным парком вагонов, позволяющим обеспечить перевозки любых грузов. География транспортно-логистической и экспедиционной деятельности отделения распространяется далеко за пределы республики, включая в себя совместные проекты с польскими, российскими, казахскими, литовскими, украинскими партнерами. Активно разрабатываются и внедряются логистические цепочки доставки грузов в страны Европейского Союза и Китайскую Народную Республику. Через отделение проходит второй общеевропейский транспортный коридор Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород. Отделение расположено на стыке двух железнодорожных систем различной ширины колеи – европейской и постсоветской, и располагает приграничными терминалами, позволяющими осуществлять любые перевозки грузов между Западом и Востоком. Терминал «Брузги» оснащен грузовой рампой, специализированными площадками для перегрузки и хранения контейнеров, щепы, лесоматериалов, угля,
кокса, известняка и прочих грузов. Суточная перерабатывающая способность терминала составляет 200 вагонов и 80 контейнеров. Терминал «Свислоч» оснащен площадками для перегрузки угля каменного, щепы, лесоматериалов, кокса, камня известкового и прочих грузов, крытым складом для переработки и хранения тарно-штучных и пакетированных грузов площадью 5000 метров квадратных. Устройствами для перегрузки сыпучих грузов. Перерабатывающая способность терминала составляет 250 вагонов в сутки. Терминал оснащен пунктом перестановки вагонов, позволяющим обеспечивать доставку грузов в страны Европы в вагонах колеи 1520 мм. Данная услуга позволяет увеличивать скорость доставки грузов и исключить атмосферное воздействие на груз во время погрузочно-разгрузочных работ при перевозке в закрытом подвижном составе. Мощность пункта перестановки составляет 40 вагонов в сутки. Барановичское отделение всегда открыто для новых предложений и готово двигаться навстречу нашим партнерам.